часто на нас работает зона комфорта, как красная кнопка. Потому что зона комфорта – это страх перед чем-то новым. Сейчас я вам покажу момент, как я использовала, чтобы выйти из зоны комфорта и как это лучше делать. Вот смотрите, мы с вами как-то на одном занятии определили, что у нас остается маленькая зона комфорта, да, у каждого. Ну, я не буду писать, что там внутри, но вот смотрите. Вы просто-напросто каждый день что-то делаете новое. Определяете сделать. Вам придется выходить сюда. Правильно? Соответственно, когда вы сделаете это, определили, потом начали выходить, у вас зона комфорта увеличивается. Верно? Угу. На следующий день вы еще что-то новое сделаете. Опять придется выходить. Ваша зона комфорта увеличивается. И если вы каждый день хотя бы по одному какому-то шагу, по новому в своей жизни будете делать, ваша зона комфорта будет увеличиваться. Сколько дней вообще в месяце? 30. 30-31. Представляете? Это мы нарисовали. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Даже места не хватит. Ваша зона комфорта будет настолько увеличиваться, если вы каждый день в течение месяца будете что-то видоизменять, вы настолько будете уже более спокойным, когда у вас будут происходить вот эти вот стычки какие-то. Вот это вот новое, это всегда что-то такое вот нарушение зоны комфорта. Понятно? Поэтому следующее задание это каждый день один новый шаг. Каждый день один новый шаг. Многие, понимая, что им нужно делать вот этот шаг, они говорят, ой, мне страшно. И они берут и вот это вот сужают наоборот. Вот. То есть они сужают, подстраивают под свою зону комфорта. Следующий пункт – это подстраивание, подгоняние, все под зону комфорта. Следующий пункт – это подстраивание и подгон, а то я говорю подгоняние. Подстраивание и подгон, все под зону комфорта. Еще, смотрите, вот этот человечек красненький, он растет, увеличивая, да? И этот человечек, он становится всесильным. Тань, потом допишешь. Всесильным. В конечном итоге, когда он целый месяц отработал вот эти новые какие-то вещи, у него ощущение становится, что он может все. Правильно? Вот пример какой. Скажите, пожалуйста, вот вы уже в течение полтора месяца, да, каждую субботу приходите. У нас сегодня пятое занятие. Даже пятое занятие. У вас есть ощущение неуверенности, что вдруг не состоится это мероприятие? Нету. Не Ну, просто вот, понимаете, вот, когда мы что-то начинаем делать, у нас пропадает неуверенность, мы начинаем понимать, что, в принципе, каждый шаг, он приводит к чему-то хорошему. Когда вы начинаете в интернете работать, да? Да, скажи, с каждым разом появляется уверенность в том, что завтра будет еще больше, завтра еще лучше будет, завтра еще будет лучше, а здесь вот это получится. Особенно, когда вы получаете результаты определенные. Уверенность и новые идеи возникают, новые желания появляются, вот. Новая отработка каких-то действий происходит. А скажи, нужно было себя где-то вот напрячь и сделать это? Нужно, конечно. То есть, как только мы себя напрягаем через труд, через сложности, потом наступает комфорт. Чем больше у нас все комфортно, все хорошо. Да, ну, мы так и находимся. Это вот красненький человечек, всесильный. А синенький, когда он подумает, боже мой, 31 день, да ну, я лучше здесь. Так-то, телевизор, тапочки. Вот этот вот человечек становится беспомощный. Напишите. Определите, кто вы. Вы всесильный или вы беспомощный для себя.
Еще раз, существуют всесильные, существуют беспомощные. Два вида. Вы всесильный или беспомощный? Даже если вы делаете, например, не 31, а хотя бы вот неделю вы делаете, вы уже будете относиться к той категории, которая всесильная. Чего молчите? Думаю, потому что новые действия не каждый день, вот почему. А иногда происходит. А представляете, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы вечны? Вы планируете жить вечно? Вечно. На земле не вечно. На земле не вечно. На земле точно не вечно. А те, которые делают не каждый день, они живут. Они время растягивают, знаете как, растягиваю удовольствие своей зоны комфорта. Сокращаю. Но знаете, в чем проблема? Многие растягивают удовольствие, но они не понимают, если бы они сократили и начали бы каждый день, то они бы намного больше удовольствия получили. Задайте себе вопрос, я готов растягивать удовольствие и довольствоваться малым? Или я хочу довольствоваться большим, но мне придется сокращать время и выходить из зоны комфорта. Записывайте дальше. Беспомощность отвечает на слова «ничего нельзя сделать». Следующий пункт. Нет, беспомощность. Мы же с вами говорили, что есть всесильные, есть беспомощные. Беспомощные обычно говорят «ничего нельзя сделать». Как только вы, например, говорите что-то, ничего нельзя сделать, сразу представьте, вы превращаетесь в беспомощного. Сразу начинаете искать зеленую кнопку, которая вам поможет двинуться. Также отвечает «я не могу». Помните, мы в самом начале, в первых занятиях, мы говорили, что я, если я не могу, значит не хочу. Я сегодня задала вопрос, когда проворонила время, у меня я подумала, да, значит я не полностью всесильная. Иду в том направлении, но у меня тоже есть свои какие-то трудности. Когда мне сегодня Анна позвонила, я говорю, я забыла про обучение. Я задала себе вопрос, а что делать? Первая мысль, которая возникла, может обзвонить всех и отменить? Честно говорю, у меня появилась такая мысль. Я сказала, стоп. Нету. Есть неотменяемость цели. Представляете, вы бы пришли, а я бы сказала, ой, знаете, девочки, и придумала бы что-нибудь. Угу. Я очень быстро сконцентрировалась. Задайте себе вопрос, насколько быстро вы можете собраться. Мне нужно было час для того, чтобы привести себя в порядок, помыться, накраситься, подготовиться, приехать сюда и дать вам эту тему. Насколько быстро вы концентрируетесь, когда у вас происходит. Чем больше вы будете быстрее концентрироваться, тем быстрее у вас будет двигаться, тем быстрее вы будете ориентироваться. Когда будут происходить вот эти вот препятствия, вот эти вот, вы будете говорить, да no problem, и идти дальше. Она опять будет возникать, вы будете говорить, да no problem, это урок, это опыт. И дальше, и дальше, и дальше. Поэтому напишите. Есть два вида страхов, от которых мы тормозимся. Это все здесь же, в беспомощности. Есть два вида страхов. Некоторые люди говорят, да я не боюсь ничего, а оно есть. Первый страх, страх неудачи. Первый страх, это страх неудачи. Мы все боимся. Если расписать по четырем направлениям эти страхи, если вы будете, например, финансово уверены, то, может быть, в отношениях не уверены. Или в отношениях уверены, но, может быть, в здоровье не уверены. Поэтому распишите, пожалуйста. Помните, я вам тогда рисовала? Мы с вами рисовали по четырем направлениям вот такой график. Вот такой вот график мы рисовали с вами, да? Отношения, здоровье, финансы, бизнес. И это как личностное развитие. Если мы раньше отмечали, насколько у нас было развито это, да, то здесь посмотрите, поставьте себе рисочку по страхам.
Насколько, например, в финансах, либо где вы? Вот чем выше, это больше бесстрашие. Угу. Чем выше, это больше бесстрашие. Чем ближе, например, вот здесь вот, да, это больше страха. Хорошо? Это вам для того, чтобы вы могли понять, в каком направлении вам все-таки больше всего думать и это. Потому что я вам еще раз напомню, что если вы отметите, предположим, вот смотрите, предположим, у вас личностное развитие круто, вы развиваетесь, отношения у вас, предположим, на серединочке, здоровье, предположим, где-то тоже на серединочке, а финансы вообще на мизере. Смотрите, это ваше колесо, на котором вы ездите. Представьте машину с таким колесом. Правильно? А если, предположим, смотрите, если вы будете просто понимать, что вот здесь вот у вас стопор, и вам нужно выровнять колесо, значит, вот это самое маленькое, вам придется вот это выравнивать, чтобы оно вот стало вот, понимаете? Понятно? Угу. То есть ваша задача сделать как можно ровнее колесо. Но быть честным перед самим собой. Какое у вас есть колесо и как его выровнять? В каком направлении больше работать? Но если мы там писали по поводу, насколько вы развиты, насколько у вас это есть, то здесь по отношению к страхам. Очень часто мы пишем, насколько мы развиты, насколько мы хотим, но начинаем смотреть и говорим, ё-моё, а моё-то колесо, в финансах проблема, а бизнеса-то у меня нету, да здесь-то я ничего сделать не смогу, и срабатывает страх, и вы ничего не делаете, колесо так по жизни идёте. Понятно? Представьте, если у нас, вот машина, она как ездит? Она на четырех колесах ездит? Скажите, если одно колесо убрать, вот четыре колеса вашей жизни. Никуда не поедет. О, взяли убрать, да плевать на эти финансы, да ну и ладно. Нет, финансы нужны, оставляем. Личностное развитие, да кому это надо? Вот ваша машина, она растягивает удовольствие вашей жизни. Чем не ровнее колеса, а представьте, если гололед. Зато не скользит. Стоишь на месте, ничего не скользит. Да, да, да. Представляете, вот как люди садятся в машину, ставят на ручник, колес сняли и живут. И растягивают. О, зима прошла. О, весна. Скоро лето. О, уже несколько зим. Удовольствие, ну зато в дорогой машине. Бензин закончился, начали мерзнуть. Все, кто рядом сидел, сказали, да ну мне надо, я лучше жить пойду по-другому. Они уже ушли жить по-другому. Вот вы, вот человек остается в глубоком одиночестве в этой машине, в дорогой. А эти там сидят. И с ручником, и без колес. Или вот это, например, грузовик, это этих маленьких-маленьких колесиках. Так грузовик придавит. А все, груз там, знаете, как снег ложится, все это оседает, грязь вас прибивает, все. Я вам такие картинки рисую. Второй страх – это отторжение. Второй страх – это отторжение. Что такое отторжение? Обязан поступать так, чтобы угодить. Татьяна Владимировна сейчас опять скажет, что она не делает этот тест. Поднимите руку, у кого есть тест. Какой? Тест, который мы с вами делали. Это... Понятно. Там это... Насколько... Помните? Развито у нас, да? Конкурент. Конкурент, да. Партнер. Компромисс. Угу. У кого нет теста, есть ролик в интернете, добро пожаловать, смотрите. Примирительный. Избегающий и примирительный. Да, мне этого нет. Хорошо, я тебе дам. Поднимите руку, у кого он есть. Руку. У тебя нет? Теперь мы знаем, у кого есть. Понятно. Поднимите руку, кто делает его каждую неделю, как мы договаривались. Не каждую. А? Новую? Напечатайте. У меня когда... Мне дали одну на тренинге. У меня не было новой.
Примирительная. Мне дали одну. Я попросила перепечатать. Я отсканировала. Замазала беленьким. Сделала целую кучу, раздала вам. Записала в интернете ролик. Поднимите руку, кто смотрел мой ролик по этому. Какая прелесть. Много роликов. Понятно, был конкретно ролик по этой теме, как правильно работать с тестом и все остальное. Я сейчас не акцентирую на этом внимание, просто говорю. Если вы каждую неделю будете делать этот тест, вы будете понимать, в какой вы позиции. Понятно? Потому что примирительное, почему я начала говорить, дабы не обидеть, очень многие живут вот в этой категории. Они идут на компромисс, они идут, дабы не обидеть, в конечном итоге обижают их, и они сидят дома с закрытой дверью у телевизора и с плюшечками. Прячутся, потому что им хочется плакать, потому что они недовольны, а как по-другому жить, они не знают. Помните, я вам говорила, окружение и все остальное. Хочешь вот эта категория. Хочешь узнать, спроси меня как. Да? Да. Если у вас, предположим, избегающая двоечка выходит, то есть, ну, мы все можем избежать, у нас есть выходные, это нормальный процесс. Мы хотим поваляться, мы где-то хотим что-то сделать, отдохнуть, куда-то съесть, это нормально. Если примирительная у нас, например, троечка или четверочка, это тоже нормально. То есть, дабы не обидеть, можно делать, то есть, благо для других людей. Если у нас компромисс, например, где-то четверочка, это тоже, в принципе, не страшно, или троечка. Чем меньше компромисс, тем, получается, вы жестче становитесь. Поэтому здесь четверочка – это самая нормальная цифра. Все остальные цифры, а там вопросов 32. Все остальное должно быть вот здесь или здесь. А у многих самые большие цифры. Здесь обычно. Я когда первый раз делала тест... Там вопросы, да? Там вопросы, ты на них отвечаешь, потом сверху делаешь. Когда первый раз делала тест, у меня было здесь 12, здесь у меня было 8, и здесь было 12. Здесь была единица. Дальше там я не помню, но вы можете посчитать. Ну, раньше тоже показатели были жутковатые, может быть, не... Я когда вот это увидела, я сказала... Нет, я хороший человек, я хочу с людьми общаться, я хочу, чтобы меня уважали. Но не до такой же степени, чтобы мне было так плохо, что только для других, для себя ничего. И это все, это деградация. Это вот как раз идет отторжение. Обязан поступать так, чтобы угодить. Есть такая еще фраза, одобрят ли друзья? Одобрят ли близкие? А начальнику это понравится? А со мной разговаривать мой муж будет, если я буду это делать? Готовить целый день, стоять у плиты, наготовить миллион еды. Пришел муж с плохим настроением. Сказал, да не буду я ничего есть, отстанет меня, я вообще эту ерунду какую-то приготовила. И все, и жизнь закончилась. Понимаете? Очень важно понимать, почему мы так делаем. А важно понимать только лишь потому, что у каждого из нас в детстве были какие-то моменты, когда нам говорили нельзя. Если вы хотели спрыгнуть, например, с 10 этажа, вам сказали нельзя, это хороший момент. Но если вы, например, просто хотели что-то узнать новое, вам сказали нельзя, и вы к этому привыкли. Если у вас есть проблема, например, из детства, что у вас в семье были какие-то трудности, и, например, родители не дали вам той любви, ну вот, кому-то из вас, я не буду сейчас затрагивать эту тему, эта тема больная, каждый должен поработать самостоятельно. Каждый должен поработать над тем, что происходило в его семье, среди братьев, среди сестер, среди близких, среди друзей, покопаться. Покопаться, написать, но определить, что это кнопки, которые мы говорим, все. Я больше не буду об этом думать. Я не буду стараться и делать только ради того, чтобы меня одобрили. Нельзя это делать. Когда вы делаете, вы должны этого хотеть. Вот даже сегодня, когда я хотела отменить, я думала, так я хочу давать это обучение. Как это я себя лишу любимого дела? Вы чё? Мне даже когда трудно, это любимое дело.
Понятно? А мы очень часто думаем, ой, это страшно, и я должна. Некоторые говорят, ты обязана. Я не обязана. Ты обязан, мы все обязаны воспитывать детей. Я говорю, никто не обязан воспитывать детей. Все говорят, чего ты такого говоришь? Я говорю, мы должны хотеть любить, воспитывать детей через желание. Я хочу воспитывать детей. Я хочу готовить еду для своей семьи. Я хочу любить мужа, я хочу любить своих консультантов. Я через любовь это даю. Когда это через любовь, это идет духовное. Понимаете, это крыло духовное, которое вам дает силы. А если вы делаете обязанно, все, вы делаете, я попробую и в ожидании постоянно, что что-то сейчас такое произойдет, что опять вам дадут по рукам. Или что тебя одобрят. Да. И если, предположим, вы сделали какие-то шаги, и они классные, и вы рады, что вы это сделали. А вам начальник, например, сказал, да отстань, мне сейчас не до тебя, ерунду ты мне говоришь, да? Или кто-то из близких так сказал. И начинается отторжение. И вы уже не хотите дальше делать. Но это грубейшая ошибка, это из детства. Не важно, что скажут другие. Не важно, как на вас посмотрят другие. Вы когда спите, вы думаете, как на вас смотрят другие? Поднимите руку, кто думает. А некоторые думают, а вдруг вот кто-нибудь зайдет и на меня глянет. А я не в той позе. А я не в той позе, ё-моё. Пусть посмотрит, какая красавица. Девочки, в жизни самое важное быть естественным. Вот чем больше вы естественны, чем больше вы радостны, чем больше вы позитивны, тем больше к вам притягивается. Как только мы начинаем отторжение делать для себя, у нас мозг сразу нам блокирует все пути. То есть все наши мечты, все наши желания, они тормозятся.